Чистые газоны, новый асфальт, покрашенные скамейки. Перемены в Десногорске заметны невооруженным глазом. Своим участием сотни добровольцев напоминают, что забота о городе – это коллективная и благородная задача. Работы проводятся не только лопатами и метлами, но и специальной техникой. Сотни килограммов мусора ежедневно покидают территорию города. Среди добровольцев как неравнодушные граждане, так и представители городских организаций, в числе которых «Атомтранс» и «Смоленская АЭС». Непосредственно участниками месячника продолжают оставаться и сотрудники администрации города. Сегодня мы эту территорию приведем в должный вид, которому она должна соответствовать. Здесь должна быть чистота, порядок. Санитарный месячник стартовал 1 апреля в рамках экологического мероприятия «Зеленая весна». Акция завершится традиционным городским субботником, который состоится 30 апреля. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.